Всем здравствуйте! По горячим следам прошлой рыбалки приехал я сегодня снова на водоем, на этот же самый, в пойму реки, только чуть-чуть подальше прошел. Вот одел сейчас специально штаны, прошел тут через канал, пролез. Чуть-чуть подальше зашел для того, чтобы попробовать поймать рыбку покрупнее. Думаю, что рыба уже начала в пойму в эту заходить. Просто надо сместиться поближе к тому месту, где река в эту пойму подходит. Поэтому, собственно говоря, сюда и пролез сегодня. В общем, я уже расположился вот здесь вот, в этом местечке, настроил уже глубину, прикормил, значит, поймал уже одну рыбку, видел еще одну поклевку, но не реализовал. Утки летают, ондатры плавают, в общем, весна в самом разгаре, только то, что солнышка сегодня нету, пасмурная погода такая, но тоже неплохо. В общем, ребят, сорожка сегодня капризная, клюет. Только на свежего мотылика. Чуть если пожамканный, то уже вообще никак она не хочет его брать. Ну и плюсом ко всему я на верхний крючок подсаживаю херобуновское тесто, чтобы у меня была постоянная подача такого небольшого количества кормового элемента. В толще воды никакой рыбки нету. Вся рыбка ползает у дна. Ну, будем ее ловить на ее территории. Кто-то там на дне явно закусывает. Ух. И ведь. Сорожечка попала небольшая. Ну надо же, какие осторожные поклевки. Буквально вот по чуть-чуть, по несколько миллиметров. Приподнимет, притопит.
Хотя мимо. Ого-го. Притапливает. Ой-ой-ой-ой. Есть. Ага. Попробовал я сейчас грузило приподнять чуть-чуть повыше. Сюда у меня мотылики и тесто чуть подольше падали. Посмотрим, сыграет ли это положительную роль. Ага. Кто-то покушается. Пошел. Классная какая. Какая. Хорошая. Ого. Потащила. Червячка. Петла. Вот. А сейчас мотылька поставил. На мотыле вроде кто-то покушается сейчас.
Мощно. Отличка хорошо. Вот опять. Опять на мотылька кто-то покушается. Как-то вот не угадаешь, то она клюет на червячка, то она сегодня клюет на мотыля, то ей надо у дна, то ей надо в поводы. Вот опять поклевка, 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 поклевка. Плотва сегодня со мной играет. То значит она брала в пол воды тогда, когда было солнышко, то ей значит надо было червячка подавать около дна тогда, когда снова становилось пасмурно. То мы червячка не хотим, нам надо два мотылика. То еще что-нибудь, то мы вообще на тесто начинаем подтыкивать. Короче говоря, если бы у меня не было всевозможных насадок с собой, опарыш, мотыль, червяк, тесто, то я бы скорее всего значительно раньше уехал домой. Вот это вот мой сегодняшний улов. Как вы можете заметить, рыбки попали достаточно хорошенькие, такие приличного размера, я бы даже сказал. Вот, но у меня на балконе галится достаточно много плотвы, поэтому эту рыбку я отпущу. Кстати, плотва уже начала быть шершавой, так что скоро у нее будет нерест. Скоро она начнет прям дубасить. Посидела очень хорошо, тихо-мирно она поплавочек половила рыбку. Приятно она посопротивлялась. Ну и сейчас уже пора ехать домой, покататься с коляской немного. В общем, всем вам здоровья крепкого, настроения хорошего. Берегите себя, берегите здоровье. И увидимся с вами в следующих видео.